каждым годом Якутия становится все более привлекательной для туристов-экстремалов. Немалую их долю составляют альпинисты. И обеспечение безопасности гостей региона в горах становится приоритетной задачей. Для повышения эффективности поиска и спасения в условиях высокогорья якутские спасатели провели учебно-тренировочные сборы в Эмиконском районе. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. 10 сотрудников службы спасения Якутии за 10 дней прошли интенсивный курс подготовки у хребта Таск-Истабы. Были отработаны тактика движения на сложных и опасных участках склонов, методы поиска и спасения в высокогорье и, самое главное, учитывая особенности Якутии, лавинная подготовка. Зондирование пострадавшего, попавшего под лавину. Вот это у нас тоже была практика. Если сход лавины произошел, то там, получается, то только с помощью зондов можно найти пострадавшего. И плюс транспортировка пострадавшего на АКЮ. В качестве проверки полученных знаний 1 апреля спасатели провели тренировочное восхождение на пик Афродита высотой 2060 метров. На вершину спасатели вышли по северному гребню горы. Несмотря на плохую видимость и ветер, после 6 часов штурма группе удалось успешно завершить восхождение. Погодные условия, конечно, у нас были не очень-то. Нам помешал сильный ветер, снегопад. Но, тем не менее, мы зашли на вершину. Так, ну, маршрут у нас был непростой, были скальные места, также работали в кошках, натягивали перилы, так что маршрут был довольно такой непростой. Кроме тренировочной программы, спасатели в предгорьях Афродиты провели испытание двух гаджетов, представленных службе российскими производителями. Проверки в горах Аймеконе подверглись солнечное зарядное устройство и автономный обогреватель. Наиболее продвинутые производители, они стараются практически испытать, провести эксплуатацию своих изделий в реальных условиях. Только после этого можно их использовать и надеяться на них в полевых условиях. Тренировки спасателей продолжатся на следующей неделе. В рамках подготовки к весеннему половодью планируются учебные спуски с вертолета Ми-8. Афанасий Николаев, НВК Саха, гора Афродита, Аймеконский район.